А потом они жалуются, что у них выключается ноутбук. И говорят, это зарядка виновата. Отходит, вот он и выключается. Я тоже так подумал, проверил зарядник, сетевой адаптер, все нормально. Думаю, может, перегрев все-таки? Только начал скрывать, крышку снял, ну, тут видно просто. Оба, чей-то отпечаток. Может, мой, не сильно старый. Наклейка сорвана. Лазали какие-то когда-то негодяи, что-то делали. А, точно. Вообще-то 2 года назад он был в ремонте. Да-да-да. Пум-пум-пум. Крышка матрицы снята. Не скажу, что много пыли, но для профилактики придется почистить. Бэмс, видите вот это? Чернота на мосту. Прокладка, термопрокладка. Угу. Ее надо было поменять на новую, но когда делали здесь кое-что, так и стали рванину. Видеокарта, термопрокладка. Ну, хз, хз, я не знаю, здесь можно и термопасту положить на эту видеокарту. Термопрокладку на мосту мы заменим. Есть бушная хорошая. Термопаста на процессоре. Угу. Да ё-моё, да ладно. Не, блин, здесь еще норм так-то. Ну, намазано... Как украденная, она почему-то такую структуру имеет. Не полностью размазана, как будто бы каплями. Это видеокарта, кстати. А не мост. Мост вот. Все, собрал. Ноутбук чистый, пипец. Не, ну немножко это пыль, это ерунда. По сравнению с тем, что было. Ну, сейчас внутри все, чистота и полная заменена термопрокладки, термопаста, все почищено. Уже... Тестится AIDA, вот такие температуры в простое на 15 меньше. Увы, не затестил я до обслуживания, потому что не было возможности. Я только открыл браузер и сразу ноутбук выключился. Вот, не знаю, делали в сетевом адаптере или все-таки перегреве, и то, что вот кончилась там термопаста термопрокладки. Ну, по... Ничего не отходит. А у них так. Это виноват зарядка. Я вот тут потыркала, и он опять включился. Ну, правильно. После того, как он выключается, после перегрева, он сразу-то не включится в любом случае. Он уходит, типа, в защиту. Такое временно, пока все остынет, датчики дадут команду, что все, можно включаться. Вот. Ну, в принципе, нормально. Большого шума кулера я не наблюдаю. Все тихенько, все вполне нормально. Вот, уже, значит, у нас тест 2,5 минуты. Я не думаю, что раньше бы он выдержал хоть 10 секунд. Вот, и температура тоже в норме. В принципе, я не вижу смысла гонять дальше. Хотя здесь у нас идет тест без теста на ГПУ. А ГПУ у нас здесь... У нас здесь Radeon. Как я не уверяю? Блин, драйвер что-то там, короче, требует цифровой подписи. Уйдите нафиг. Достали... Я им Windows не ставил, так бы такого не было. Windows уже стоял раньше.
Ладно, стартанем GPU. И видим вот это. Что странно. Это я не разбираться. Вообще в этом не понимаю, почему так. Так, кулер вообще затихает. Тест идет на 4%, а должно на 100. А он 4%. Один даже вот так вот. Тут я вообще бессилен, вообще беспомощен. Не знаю, ну главное, что все работает. Ладно, окей, вырубаем. А может оно и не должно, кстати. Здесь написано CPU. А, точно. Это была обычная работа процессора, то есть загруженность процессора. Не показывать видеокарту, это надо OCCT тест установить хотя бы, что у нас здесь, значит, по температурам также. А, диод графического процессора мы видим 57-58 градусов, значит, можно нам что сделать правильно все-таки? Включить и посмотреть, что там будет по температурам. 58 плюс, сейчас будем ждать, смотреть, наблюдать. Наблюдаю такую странную, что идет тест, а температурка снизилась, вообще 54. Тест у нас идет 2 минуты. В чем прикол, не знаю. А температурка снизилась, наверное, потому что тогда шел, получается, общий тест. И за счет нагрева процессора и мостана, хотя навряд ли. Это охлаждение там общее, но... А может быть, даже графический процессор нагревался от основного процессора. Вот, ну, фиг его знает за счет того, что оно все рядом и одно охлаждение. Может, я просто идиот и сейчас рассуждаю как неправильно совсем. Блин, там петухи за окнами так достали. Ну ладно, в принципе, все работает, все норм. Температура простую сейчас отличная. Термопаста GD900. Туда-сюда, день-два еще ниже. Опустятся температурки. Я заметил такую тенденцию, что в первый день они выше. Ну, просто посижу сейчас, поклацаю, в ютубчик залезу, посмотри, что как. Думаю, банальная причина была вот именно нехватка сервиса обслуживания. И всем пока.